Боец в синем углу. Чемпион Азербайджана по ММА. Обладатель Кубка мира по ММА. 24 года. Рост 85 сантиметров. Вес 96,9. Это его профессиональный дебют ММА, представляющий команду «Нефчи» из Азербайджана, Жумарин Мурадов. Боец в красном углу, победитель первенства России по боксу, чемпион Чеченской республики по ММА, 22 года, 185 сантиметров, вес 94,3. Профессиональный рекорд ММА, 3 боя, 2 победы, 1 поражение. Представляющий бойцовский клуб «Беркут», Чеченская республика Россия, Исрафил Махашев. Уважаем друг друга, внимательно слушаем команду. Сетку не хватаем, затылок, позвоночник не работаем, локтями в голову не работаем, коленом в голову только в стойке. По команде «Стоп» прекращаем все действия. Все понятно. Поприветствую друг друга. Бойцы по углам. Итак, в этом бою на первой минуте 32 секунде первого раунда нокаутом победу одержал боец в красном углу Исрафил Махашев!